Аленка? Аленка так не делает. Макс, тебе удачи. Давай, жди нас пока. Завтра. Я надеюсь, что дождя не будет. Ага. Но здесь, видишь, как бы чиллаута зона и зона, как это называется-то, электронной музыки там будет дальше. Здесь будет, да, здесь будет круто достаточно. Я не знаю, там сейчас какая играет. Там в лесу одна сцена, здесь вторая сцена. Просто еще, видишь, не все собрали. Весь народ завтра приедет. Сейчас-то еще пока ничего не происходит, скажем так. Сейчас просто приехали организаторы. Ну, тут как бы те, кто готовили эту сцену, здесь жили месяц. А сейчас первый заезд, вся фигня будет завтра. Завтра с Москвы пойдут автобусы напрямик сюда, с Питера. Кто билеты покупает, их автобусами, короче, сюда везут. А сегодня пока так. О, фонарик какой хороший. Олеся, это было прям сурово. В темноте? В темноте нормально тут ехать. Если у тебя будет море ощущений после этой поездки. Да еще тебе могу сказать. Ты уже бывалый велосипедист. Они уже ехали? Ну, они там едут впереди, да.
блин. Как бы или ехать, или идти вброд. Ну, главное, тут грязь пройдем. А там дальше, может, поедем быстренько. Ну, блин, подсохло. В прошлый раз, помнишь, какие здесь были? Вообще вся дорога была в грязи. Здесь, походу, не было дождя вот этого вчерашнего. Что-то непонятное. Не, мы шли вон там. Вот. Не, хоть мы заблудились. Я просто смотрю, что вот здесь можно обойти грязь. По грязи? Нет, какой? Зачем? Хоп. Ты сама спустись, ага. Мы нашли другой путь. Да, ты сошел нас сам. Ну вот, видишь, как он сам нашелся, этот путь. У меня самый слабый фонарь, офигеть, так пойдет. Она вот сам здоровый. Бывает. Ага. А у него обычный фонарь. У него батарейка. А? Батарейка. Ты что хотел? Красивый такой.
Я не знаю, Олеся. Видимо, ты просто. Я бесит это. Ненавижу. Так. Откуда мы приехали? Отсюда? Я в 16 лет как-то одна тетка женщина назвала. Я полезем в церковь-то? Или уже нет? Куда? Не в церковь, а в усадьбу. Не знаю. Как вообще со временем? 13. Ну, у меня, в принципе, не ограничено. Вот так. Не ограничено? Мы можем заехать на 5 минут просто. Куда? В усадьбу. Где? Вот, прямо перед тобой. Там, короче, призрак-помещик, все дела. Что? Призрак помещика. Там притом. Ну как все сказать? А? Че, куда не поехали вот по дороге? Саш, ты думаешь, там? Там ручей. Ну, вы. Тут долго полетать будем? Давайте вот, вот здесь вот доска памятная по поводу танковой переправы, которая здесь была во время Великой Отечественной войны. Нет, здесь походу трактора что-то гоняли, а не лошади. Хотя и лошади. Тракторов, да, но лошади тут тоже хорошо постарались. Вот здесь видно, что все, лошадьми выедена вся трава полностью. Это, по-моему, года два назад делали. Нет, ты что, это делают. Через забор они тоже переходили косить? Нет, ну здесь-то, может быть, и... и косили, но вот это вот так лошади выедают. Кто тебе тут будет косить? Хвостовская переправа. Помещик Хвостов, значит, здесь был. Деревня, наверное, Хвостова называла. Где переправа? Вот там перед тобой. Ну, ее взорвали. Какая-то понтонная, да? Да, понтонная. Ну да, понтонная. Вот на том берегу, вероятно, вот там вот как раз заезд и есть. Вот у нас так любят на старых барских усадьбах зафигачивать доски почёта.